Привет, друзья, ставьте лайки, обязательно пишите свое мнение в комментариях, а теперь поехали. Каждый из нас хотя бы раз в своей жизни сталкивался с внезапным чувством голода, когда есть хочется так, что аж сводит желудок. И тут в ход идет тяжелая артиллерия, и в рот отправляется все то, что находится под рукой. Да вот только есть такие продукты, которые нежелательно употреблять натощак. Такой перекус в 9 из 10 случаев может сработать в обратную сторону, спровоцировав еще больший голод. Острое. Не стоит брать с собой на перекус, а тем более есть на голодный желудок острую пищу или блюдо со специями. Это может спровоцировать еще больший голод, тяжесть в желудке и изжогу. Фрукты и ягоды. Также не стоит злоупотреблять фруктами и ягодами в чистом виде. Из-за содержащегося в них сахара чувство голода покинет вас на короткий срок, и спустя полчаса-час вы вновь захотите есть, поэтому фрукты лучше сочетать с йогуртом, сыром и орехами. Печенье, снеки и чипсы. Во избежание вновь нахлынувшего чувства голода не стоит налетать на печенье, снеки и чипсы. Такая еда лишь мысленно насыщает организм, а спустя короткое время снова захочется есть. В таком случае лучше съесть бутерброд. А если нет такой возможности, то пресную булочку или кусочек хлеба с кефиром, ряженкой или несладким йогуртом. Цитрусовые. Еще одни продукты, которые нежелательно употреблять на голодный желудок, это цитрусовые. Они стимулируют выработку кислоты в желудке, тем самым вызывая чувство голода. Если съесть апельсин или грейпфрут натощак, то можно заработать изжогу, а то и вовсе острые боли в животе. В данном случае для утоления голода подойдет картофельное пюре или легкий перекус с небольшим кусочком сыра с хлебом. Кофе и чай. Как оказалось, кофе и чай также входят в список продуктов, которые не стоит есть натощак. Эти напитки, выпитые на голодный желудок, могут спровоцировать его остановку, вызвать боль, тошноту и тяжесть. Лучше всего выпить полстакана воды, съесть что-то легкое, а после уже переходить непосредственно к чаю или кофе. Алкоголь. Исключением не стал и алкоголь, который ни при каких обстоятельствах ни в коем случае нельзя употреблять на голодный желудок. Подобный трюк может привести не только к опьянению, остановке желудка, а и к отравлению. Бананы. Как бы прискорбно это ни звучало, но натощак нельзя есть и бананы. Богатые калием и магнием, они улучшают работу сердца, но при этом съеденный на голодный желудок банан может на весь день лишить вас сил, спровоцировав вялость и усталость. На этом я с вами прощаюсь, подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт «Остроумно». Странички в Instagram и Facebook, ссылки в описании.